Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Пульс Земли». События и катаклизмы за 31 марта. Поехали! Ливни и наводнения в Испании. Проливные дожди снова вызывают наводнения в Сан-Фернандо и Апароссе, Испания. Сан-Фернандо было рассмотрено до 11 инцидентов из-за скопления дождевой воды. Наиболее пострадавшими районами города были, как обычно, Сан-Маркос и Буэн-Пастор, или кольцевая развязка возле пожарной станции. Около 58 литров на квадратный метр было собрано этими тяжелыми осадками. Согласно данным метеорологического агентства, в некоторых районах прошли еще и снегопады. По прогнозам на сегодня и завтрашнее утро намечается опять ливни, что неизбежно опять поднимет уровень воды. Градовый шторм Мидделбург. Сильный градовый шторм обрушился на Мидделбург. После шторма все имущество местных жителей было завалено ветками и листьями. В школе повреждены кровли, два потолка рухнули. В городе были повреждены также многие транспортные средства. На один жилой дом упало дерево. Размер некоторых градин был сравним с мячами для гольфа. Град в городе Мидделбург, южноафриканской провинции Мпуманга, обернулся катастрофой. Повреждены жилые дома и магазины. Снегопад в Италии. Во многих районах Матерра, Авеллина, Потенция температура упала примерно на 10 градусов Цельсия и составляет от минус 2 до плюс 3. В Базилькате выпало до 10 сантиметров снежного покрова. В остальных регионах высота покрова не превышает 5 сантиметров. Метеорологи предупреждают, готовятся к заморозкам на эту ночь. Землетрясение в Айдахо. Американский штат Айдахо всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 72 километрах к западу от города Чалис. Очаг сейсмического события залегал на глубине всего лишь 10 километров. В результате землетрясения тряслись дома, что серьезно напугало местных жителей. На шоссе 21 недалеко от Лоумана произошел обвал. Вслед за первым мощным толчком спустя час, согласно данным геологической службы США, последовал сильный афтершок магнитуда 4,8. Наводнение в Огайо. Сильные штормы вызвали столетнее наводнение в Огайо. В городе Кливленд американского штата Огайо произошло наводнение, которое бывает раз на 100 лет. По данным Национальной метеорологической службы, уровень воды в реке Кайохога достиг 6,6 метра, что считается сильным паводком, а также это седьмой самый высокий уровень реки за всю историю. Один пожарный получил легкие ранения. Всего было эвакуировано 10 человек. Торнадо в штатах Алабама и Миссисипи. Видимый торнадо обрушился на район Алабамы, разрушив во вторник более дюжины домов. Торнадо нанес значительный урон гольф-клубу Country Club of Alabama, а во второй половине дня в округе Барбур также было повреждено около 20 домов. Больше всего пострадал город Юфола, крупнейший населенный пункт округа Барбур на юго-востоке Алабамы. Здесь повреждено более 10 домов, один человек получил незначительные травмы. Более 50 тысяч домов и предприятий остались без электричества в Алабаме, Джорджии и Миссисипи. Метеослужба сообщила, что возможны порывы ветра до 100 км в час. Спасибо вам за просмотр. Обязательно подпишитесь на наш канал «Пульс Земли», если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить последние выпуски. Спасибо за внимание и до завтра.